Ребята, всем привет. Несу два пакета вещей. Здесь покрывало, предметы гигиены, одежда кое-какая. А куда все это я несу, спросите? А сейчас я вам покажу. У нас в городе есть много мест, куда можно, где можно оставить такие вещи. Вот, скажем, одно из них. Видите, заходим сюда. Сюда люди приносят какую-то еду, может быть. Видите, консервы, что-то еще. Я поставлю сюда вещи. Кому-то они пригодятся. Вот. Кого-то, может быть, спасут. Зубная паста кому-то нужна, может быть, что-то там еще из предметов гигиены. Вот такие дела. Да не оскудеет рука дающего. Помогайте своим ближним. Иду сейчас в сторону библиотеки, ребята. Погода отличная. Сегодня я ни на какой не на работе. У нас там вынужденный простой. И зачем же я иду в библиотеку, спросите вы. Иду отнести два DVD. Сейчас покажу вам. Первый называется Discoveries America Montana. И второй про наш Мэриленд. Тоже Discoveries America Maryland. Ну, что сказать, посмотрели мы этих два DVD. Маленько провели сами себе ликбез по поводу этих двух штатов, которые нас интересуют. Сам документальный фильм мне не понравился. Не понравилось его построение. Ну, какое-то представление я теперь имею. Теперь знаю, что Балтимор — это не столица Мэриленда. Столица штата Мэриленд — город Анаполис. Как я понял. Вот. Ну и про Монтану маленько посмотрели. Интересный штат. Сейчас посмотрю, что можно взять в нашей библиотеке. Правда, мы кое-что заказали в помощь изучения английского языка. Поэтому посмотрим. Прохожу мимо нашего кинотеатра. Сейчас у нас показывают Индиана Джонс and the Deal of Destiny. Наверное, что-то переводится как Индиана Джонс и договор с судьбой. Так по-русски. Надо затащить свою жену вот на этот фильм. На фильм Уэса Андерсона. Не смотрели еще? Прикольно, нет? Вот расскажите. Ладно, движемся дальше к библиотеке к нашей. Проходим мимо очень интересного особнячка. Вижу его не первый раз, мне нравится очень. Вообще здесь нравится обстановка. Прикольно. Когда-нибудь, ребята, у меня будет такой дом. Наверное, не скоро. Что, косой? Испугался меня? Не боись. Солдат ребенка не обидит. Зайцы бегают у нас по улицам. Белки. А вот еще один заяц. Дружок, ты хоть пошевелись. Пошла гулять. Рык. И ушла. Далее мой путь пролегает через кладбище. Ну да. Добраться до библиотеки не так-то просто. И в вечернее время я в библиотеку точно не пойду. Особенно через это место. Вот, ребята, святая святых, наша библиотека. Я до нее таки дошел. Пойдем, зайдем, спросим наши книжки, вернем диски. Покажу вам, что взял. До встречи.
Ребята, вышел небольшой фейл. Библиотека работает с 10. Мне надо где-то целый час еще болтаться, поэтому прогуляемся. Хотел вам кое-что показать. Здесь у нас продают медицинскую марихуану. Вот, проходим сейчас мимо этого волшебного места. Вот этот волшебный домик. А с 1 июля она будет продаваться везде. У нас наступает легалайз. Такие дела, ребята. Друзья, и опять я прохожу мимо нашего кинотеатра, чтобы скоротать время. Обратите внимание, скоро «Миссия невыполнима» и «Оппенхаймер» 35 мм, широкоэкранный. Вообще произошла прикольная ситуация. Авторы, идейный вдохновитель «Миссии невыполнима» Том Круз очень обиделся на новый фильм Нолана. Оппенхаймер, ну, про ядерный взрыв, про испытание бомбы. Потому что Том Круз снимал свой фильм для кинотеатров IMAX. Но все кинотеатры IMAX забронировал Нолан со своим фильмом про ядерную бомбу. И Том Круз сейчас у нас тут просто бесится и пытается, бегает по студиям, пытается договориться с ними, чтобы они нажали на IMAX, чтобы они дали хоть маленько место для Тома Круза с его фильмом. Раз уж придется скоротать время, пойдемте в Dunkin' Donuts. Попьем кофе, съедим пару пончиков. Так, ну, по-скромненькому сегодня. Замечательный пончик вот такой вот. Сейчас будем кушать. Блин, как знал, почему-то чувствовал, что придется есть фастфуд. Dunkin' Donuts же это фастфуд, все равно хоть и пончики. Поэтому спросил у их менеджера, можно снять вашу витрину с пончиками? Там так красиво оформлена витрина. Она перепугалась, такая, а что? Нет, ни в коем разе. Я говорю, почему? Нет, 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 нельзя. Я такой, ну ладно, она такая, спасибо вам большое. Не знаю, чего она там так перепугалась. Может быть, они не соответствуют какому-то их ГОСТу, сделаны меньше или выставлены неправильно. Вдруг начальство увидит, куда там я хотел выложить, в Инстаграм или куда еще, увидит и им потом не сдобровать. Ну ладно, хозяин, барин, нельзя так нельзя. Мы уважаем желания других людей, если их не нужно снимать, поэтому я не стал снимать. Идем уже наконец в библиотеку, а то что-то мой поход затянулся сегодня. Бог любит тебя. И это верное утверждение. Согласны? Ага, пойдемте дальше. Ну да, ну да. Дело это еще ничем не закончилось и продолжается. Все, друзья, наконец-то мой вояж в библиотеку подходит к концу. Я взял, что хотел, а именно взял два DVD. Первый DVD про штат Колорадо, второй DVD про штат Флорида. Тетка, которая стояла на выдаче, с удовольствием их прокомментировала, сказала: «О, да, Флорида, там жарко. О, да, Колорадо, там холодно». Ну и для супруги, то, что она заказывала, книжки автора Руальда Даля, Вилли Вонка, Чарли, «Шоколадная фабрика».
вторая книга продолжение этой книги. Сдается мне, вы многие не знали, что у Чарли «Шоколадная фабрика» есть продолжение. Книга называется «Чарли и великий стеклянный лифт». Насколько я знаю, как мне сказали, дело там касается космоса. Они поехали что-то там делать в космосе. Ну, жена прочитает, перескажет мне. Да, как бы книги, можно сказать, такие простейшие, на английском языке. Ну, супруга у меня их уже читает с удовольствием, поэтому, как говорил андроид Дэвид из «Прометея», все большое начинается с малого. Да, кстати, мои DVD, конечно, я покажу их вам. Вот они. Флорида и Колорадо. Сегодня буду блатовать жену, смотреть про Флориду. Она не очень далеко от нас. Как я уже раньше рассказывал, все наши пенсионеры русскоговорящие едут во Флориду. Потому что там для пенсионеров отменили налог на недвижимость, поэтому едут. Такие дела, друзья. Вот такой вот мой обычный поход в библиотеку. Интереснее, наверное, как я хожу за молоком обычно. Долго получилось. Ладно. Всем привет. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Кидайте донаты. Всем пока. По скриптум. Наверное, уберу-ка эти книжки подальше. Я со стороны выгляжу как полный уебан. На меня смотрят как на ботаника. Я иду как целка, блядь, с этими книжками. Капец. Надо убирать их.